Девочки, доброе утро. Сегодня у нас ровно неделя пребывания на сборах в Каменск-Уральске. Сегодня хочу показать вам полностью, как проходит наш день с самого утра до самого вечера. Вот, значит, с чего мы начинаем? Это у нас, конечно, утренние всякие дела по типу умыться, собраться на тренировку и пойти на пробежку. Пробежка есть пробежка, без пробежки день не тот уже. Единственная ситуация, из-за которой пробежки может не быть, это когда дождь, все. А так всегда, каждый день. Сейчас идем, складываем рюкзаки и сетки около бассейна и сами пробежимся. Минут 10, потом в бассейн. На первую тренировку. Погода пипец. Утром хожу вот так вот в шапке, в жилетке, в теплой кофте зимней, потому что душа холод невыносимый. Бассейн относительно небольшой. Ну, как сказать, относительно зари небольшой. То есть вот. Ну, в принципе, для лагеря этого и хватит. То есть и нам для сборов хватает. Не сказать, что прям это неудобно. Тут вот маленький лягушатник, и там он сам основной бассейн уже. Вот. Вообще приятный бассейн, то есть не сказать, что говно. Вода, конечно, зеленоватая, как в Фоке у нас было. Потренили. Время уже 8:30. Сейчас идем повесим все вещи сырые и на завтрак пойдем. Сетки тоже сырые все. Вот. Девчонки, небольшой рум-тур по корпусу. Сушилки у нас стоят. Это общий зал, конференц-зал. Не знаю, как его назвать правильно. В общем, собрание здесь проводим. Несколько диванчиков, пару стульев. И наш инвентарь для ОФП. Вот. Весь этаж наш, то есть полностью только вот эта комната, в ней эти местные ребята. Ну, не наши, короче. Вот. Вот здесь тренер живет наш, 27-я комната. Балкончик небольшой тут. Он как бы такой технический типа. Вот. Вот наша комнатка. Двухкомнатная. А здесь, значит, мы. Вот моя кроватка с моей акулой. Как видим. Ну, что из условий? Кровать, тумбочка, все, шкаф. Ничего больше такого нет. Вот. Небольшой. Ну, не по сравнению с другими, конечно, коридором с большой. Дальше комната четырехместная. Там есть, получается, легчайший. Так как комната у нас самая большая, у нас все время народ сидит, то есть все время к нам приходит. Такая ванная, то есть душевая кабина. И вот здесь прям места много-много. Можно было сюда даже, ну, вот, честно говоря, стиралку притащить, серьезно. Ну, место есть, потому что чего бы нет. Вот. Кефир у нас тут стоит. Уже испорченный, кстати, по 15 число, сегодня уже 16. Вот такие кефиры они выдают в конце дня, каждый день. Вот. Ну, не всегда кефир, иногда какие-нибудь йогурты, то есть, ну, по-разному. Вот. Такой небольшой рантурчик перед завтраком чисто. Все, сейчас пойдем. Завтрак уже. Сидим в беседке, ждем, когда все отряды зайдут. Мы всегда заходим последние. Вот, надо сейчас подождать, когда они зайдут, и мы пойдем. Опа! Каша, сыр, масло, йогурт, Степа. Девчонки, все, позавтракали. Сейчас у нас часик отдыха и на сухую тренировку. Девочки, время 10:40, чуть-чуть поспали, даже удалось. Вот. Все, сейчас идем в зал, обсуждаем тренировку и выходим на тренировку. Сейчас сзади. Сейчас на небольшой кроссик и на обед. Вот здесь забор заканчивается, территория лагеря, вон сам лагерь, то есть вот, в принципе, приличный лес, ну, сосновый, получается, да, бор сосновый, можно сказать так.
Перед обедом поотдыхали, сейчас идем. Сейчас будем собираться уже выходить. Время час доходит. Девочки пошли на обед. Что хочу сказать, тренируемся, конечно, много. Около 4 тренировок в день у нас выходит, но восстанавливаемся хорошо. То есть все свободное время практически тратим на отдых, кроме вечера. Вечером, то есть мы можем там куда-нибудь сходить, погулять там на дискотечку, там может что-нибудь, ну, такой вот. Такой погода вот. У нас на улице вообще, конечно, непонятная. Вот с утра в куртке, днем и вечером вот так вот. То есть, ну, в кофте и в шортах хожу. Ну, всегда по-разному. Съели на обед, как обычно, съели каждый по 2 доп. Порции. Это классика. Нет, ты сегодня как у нас спал? Спокойно. Он, короче, на голову вставал и ногами кверху лежал. Это березка. Время 14:40. Мы идем на вторую тренировку на воде. У нас прошел дождик очередной. А, что сказать? Заряжены, настроены на тренировку. На хорошую тренировку. Да. Пришли на воду, разминаемся все. Всем привет, дорогие друзья. Какой у нас составчик сегодня? Парни. Мой любимый друг. Ваня. Ванечка. Все, у нас пришел босс, и мы сейчас будем плотненько очень тренить. Отрабатываем выходы, подводную работу. По очереди. Сначала мелкие, потом мы. Девочки потренили. Идем. Сейчас домой зайдем, повесим вещи. И наполник. Покажу потом, что наполник сегодня у нас. Все. Беги, беги. Ну, да ты что не снял? Пойдем, да, к боссу. Залетаем. Наполник сегодня. Мандаринка и булочка. Но я пошел к себе за стол. Пустая? Просто пустая булочка. Помаши. Просто булка. Сейчас будет раздача протеина после тренировок и небольшое собрание. Видите, что у вас здесь? Ну, можно так сказать. Сели. Витек чуть это, пол не проломил чуть. Что ты делаешь? Неровно, вот, сейчас ровно. Да. Он Витька поснимет. Перепутал. Адидас не снял. Еще раз. Да хороший. Адидас не хочет. После 3 тренировок обязательно протеин. Раздача. Ну, девочки на раздаче стоят. Обязательно надо употребить данный продукт. Бог. Витек, салам. Этот шоколад с этим скорбим немножко, что-то есть. Витя, привет. Влог, привет. Нормально, влог идет. Рай, сальтуху. О, хорошо. Да. Макар, вот так вот. Макар. Как я размешиваю протеин? Опа, опа. Весело, Ань. И тут есть у нас две. Что делаешь? Танцуй. С ума сходишь. Не видишь? Я надо было. И вот он становится вот таким красивеньким. Че, кофе с этим шоколадом вкусно будет? Нет. А, ты еще шоколады был? Нормально. Я же говорю, вот то, что у нас самая большая комната, одна из больших, у нас все время все сидят. Все время тут проходной двор какой-то. Интернет хороший. Интернет. Витя, в
Чё, интернет он раздает вообще. Еще пол седьмого время. Сейчас собираемся все вместе, идем на ужин. Девочки, сегодня на ужин, значит, у нас макароны с фритюрами и помидорами. Случайно. Девочки, время 8 доходит, сейчас собираемся на улицу пойти. Вот, ребят по комнатам ходим, собираем. Наша бывшая комната в том году. Здесь жили. Вот, та самая. Ребята тут уборочку делают сейчас, пока что. Грязненько здесь еще. По-другому стояло все в том году, конечно, не так, как сейчас, но ладно. И вышли вечерком мячик попинать. Он мячик уронил в траву. Ладно, хоть не в лужу. Там вон лужа у ворот, вообще пипец. Все? Да. Там покажешь, что получилось. Ничего не получилось. Сами дети тоже делают. Давай. Девочка, время уже 9 доходит. 20:43 время. Сейчас собрание будет уже к 9 у нас всегда. Поэтому шагаем домой. Девочки, вещи повесил сушиться, все. Пошел в комнату уже. Надо раздеваться, умываться, доспать, ложиться. Вот такой денечек у нас прошел сегодня. Показал вам наш полный тренировочный день. Я еще свой супер чайник не показывал. Я пришел. Опа. Работает от сети. Штучка интересная довольно. Этот год решил купить свой, то есть, чтобы ни у кого не клянчить, не просить, потому что, ну, вещь реально нужная, то есть, ну, для меня особо. Все, в принципе, что сказать. Какой итог подвести? День как день. То есть, это я первый раз просто на канале показываю полный день. А сегодня, а так для меня этот день уже 7-й, абсолютно такой же, то есть, ну, только вечера у нас разные. Сегодня мы просто, ну, фигней страдали, гуляли, мячик пинали. А так иногда и дискотечка там какая-нибудь, концертики какие-то, ну, то есть, что-нибудь интересное бывает сегодня, то есть, ну, такой скучняк был небольшой. Вот, в воскресенье баня будет, ну, не обещаю, что что-то буду снимать, но что-нибудь сниму, короче. Все, в общем, спасибо за просмотр, пока-пока, увидимся.